Ну, вообще, чем руководствовался Сергей Бабурин, это такое может сказать. Хотя у меня есть версия. У меня такое впечатление, что кандидатов подбирали по принципу растащить голоса. И Бабурин, который первым в списке, это попытка из нашего блока выдернуть так называемые национально-патриотические силы. Другой кандидат, представляющих якобы коммунистов, сделан для того, чтобы оттащить какое-то количество голосов, ну, левых. Есть еще кандидаты, они на правом фронте стоят, и попытка взять часть голосов предпринимателей забрать, знаете, кто это, да, или тех, которые, ну, скажем так, тоже протестные люди, но несколько по-другому смотрят на позицию с Украиной, с Сирией, это Явлинский, значит. А стоит девушка, которая вообще, если видели вчерашние дебаты, говорит, все равно выиграет главный герой, все остальные дураки, а я против всех. Значит, и это ясно, что это тоже кандидат от, то, скажем так, согласованной властью. И реально вы видите, что только одна оппозиционная сила, которая пытается консолидировать всех людей, которые хотят изменения в нашей стране.